стало известно об уходе сына Елены Яковлевой. Сына актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных прозвали фриком за его многочисленные татуировки и шрамы. Наследник отечественной артистки работал персональным тренером, преподавал детям, делал модные стрижки и прически. А теперь стало известно о его уходе. Говорят, у Дениса Шальных были проблемы с работой из-за его необычной внешности. Не все хотели иметь сотрудника, татуированного вплоть до лица. Сын Елены Яковлевой сменил несколько профессий, прежде чем стал работать в престижном барбершопе «Буры» парикмахером. В Инстаграм Денис часто выкладывал снимки клиентов, которым делал модные прически и формировал бороды. Однако теперь запись на стрижку к сыну Яковлевой прекратилась. Пронырливые репортеры узнали об уходе Шальных. Денис у нас больше не работает. Да, талантливый парень, но вы можете воспользоваться услугами других сотрудников, цитирует администратора заведения StarHit. По какой причине сын Яковлевой ушел, неизвестно. Ранее Шальных сыграл в спектакле вместе со своей именитой матерью. Речь идет о «Немаленьком принце». Премьера постановки прошла в парке Зарядье. Публика одобрила работу. Публикация фотографии из Инстаграм. Денис Шальных, пожалуй, не менее популярен, чем его мать, звезда фильмов «Интердевочка» и «Каменская», Елена Яковлева. Мужчина прославился благодаря своим многочисленным татуировкам, украшающим накачанное тело, шрамам, необычным прическам и экстравагантным высказываниям. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Молодая жена цикала откровенно о своей беременности. Выползает голый зад. Билан ошарашил странным заявлением. Зажигали в зоне. Скандальный артист вспомнил о лихих временах с Токаревым. Буланова убита трагическим известием. Обнародованы подробности смерти Вилли Токарева. И многое другое.